Всех приветствую на моем канале Джебикс, и сегодня у меня на обзоре электрошокеры, фонарики. Это обычный фонарик, по сути, с электрошокером. У меня их есть много, вот можете видеть 4 штуки на данный момент, но будет обзор отдельный на каждый фонарик. И получается, начинаем с самого простенького и по возрастанию к самому лучшему. Так что, кому интересна такая тематика, подписывайтесь на канал и оценивайте ролики. Итак, начинаем с вот такого маленького фонарика, это модель 11.0. Один. Сейчас мы его распакуем, я покажу, как он работает, что он делает, как заряжается и так далее. Подписывайтесь, поехали. Итак, ребят, электрошокер с фонариком идет в вот такой коробочке, маленькой, черной. Это самый обычный, вообще это плюс-версия, не знаю почему. Давайте его открываем, и сразу мы видим, что вот в таком пакетике лежит, собственно, сам фонарик. Он, кстати, металлический, корпус полностью из металла, поэтому он как бы будет немножко дольше служить, чем был бы пластиковый. Также с этим шокером, кстати, только с этим шокером, с маленьким, идет вот такой вот чехольчик, для того, чтобы можно было положить туда свой фонарь и, естественно, повесить, например, на ремень или еще куда-то. Куда-либо, кстати, наверное, даже, если я не ошибаюсь, вот таким вот образом он туда ложится. Кстати, аккуратно нужно это делать, потому что можно нечаянно нажать кнопочку. Также в комплекте, по сути, вы получаете только зарядку вот такого типа. Заряжается он только от розеточки. Вот. Ну, а кому нужно, чтобы заряжался от пауэрбанка, то это уже другие фонарики в следующих роликах будут. Так что, кому интересно, подписывайтесь, переходите. Итак, давайте разберемся с этим фонариком. Смотрите, вот здесь у нас есть диод зарядки и разрядки самого шокера, выход под зарядочку, то есть в розетку вставляем, включение-выключение электрошокера, здесь кнопочка, которая активирует шокер, вот отсюда. Фонарик не линзованный, но светит он достаточно хорошо. А спереди есть тумблер, который включает, собственно, фонарик. То есть фонарик вот таким вот образом светит, реально хорошо светит, через камеру все это дело не передам, но даже вот этот самый обычный светит очень хорошо, естественно, будет разница, если он севший, то тогда будет хуже светить. Чтобы, ну, смотрите, вот если я включаю фонарик, нажимаю вот эту кнопочку, ничего не происходит. Нажимаю вот эту кнопочку, ничего не происходит. В общем, то есть не просто его активировать. Нужно, чтобы это знать. Включить вот здесь положение на он, и теперь уже маленькой кнопочкой можем активировать. Вот таким вот образом, ребята, это все дело работает. Кого заинтересует данный фонарик, пишите в комментариях, с удовольствием помогу вам со скидочкой небольшой его приобрести. Это самый обычный фонарик, который только есть. Еще раз напоминаю, модель 11.01. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролики. Всем удачи, всем пока.